Никите Сергеевичу Михалкову 65 лет, но для меня он умер сегодня. Здравствуй, дорогой друг! Веду свой видеоблог уже больше 3 лет. За все это время ролики у меня удаляли по разным причинам. Нарушение авторских прав, разжигание какой-то там ненависти, один раз даже кусочек с порнушка был, удалили. То есть каждый раз для удаления были какие-то основания, прописанные в правилах. Однако же последние мои ролики о Михалкове были удалены, и никаких объяснений, почему это было сделано, я не получил. Удалили и все. А ведь один из них набрал 40 тысяч просмотров меньше, чем за 6 часов, набрал бы еще больше, но... Самое смешное, что удалили даже мое видео, удаленное Михалковым, где я говорю о том, что ролик удалили. Вот как красиво он висит на главной, но при клике на нем появляется вот эта грустная картинка. Удалят и вот этот ролик, судя по всему. Так что если хотите как-то повлиять на ситуацию, скачивайте его и размещайте у себя на каналах. Специально для любителей заговоров, считающих, что ролики удалил я сам, вот скрин того, как выглядит видео, удаленное пользователем. И как выглядит видео, удаленное администрацией. По этим ссылкам все 3 видео про Михалкова, удаленные администрацией. В любом случае, все ролики я залил на свою страничку ВКонтакте, так что кому интересно посмотреть, милости прошу. Администрацию YouTube ни в чем не виню. Очевидно, ролики их удалить попросили люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что интернет это не зомбоящик с его цензурой. 1-0 в пользу усатого тоталитаризма. Предлагаю объявить барину бойкот не только в реальной жизни, но и в виртуальной. Не обсуждать его творчество, не смотреть его ролики, отписаться от его канала, удалить из френд-ленты в ЖЖ, не произносить его имя вслух, в конце концов. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее он оставит Рунет в покое. Поверьте, ему надоест общаться с 2-3 ценителями его творчества, если комментариев под постами в блоге не будет. А люди, занимающиеся раскрутками Михалкова, будут посланы, как не справившиеся с задачей сделать барина звездой Рунета. На мой взгляд, достойным завершением всей этой истории будет сюжет о блоге Михалкова с моим участием. Смотрите его 26 марта на канале Рен в программе «Недели» с Марианой Максимовской. Сюжет, само собой, позже выложу отдельно, вот по этой ссылочке. В общем, если поддерживаете озвученную мной позицию, прощайтесь с Михалковым в комментариях. Прощайте, Никита Сергеевич. Мы вас изгоняем. Удачи. Пожалуйста, скачивайте это видео, заливайте к себе на каналы и не упоминайте Михалкова в суд.